Городской суд Астаны сегодня вынес приговор в отношении более 60 правонарушителей. Эти люди бросали на улице сигаретные окурки, а некоторые вовсе справляли нужду на глазах у прохожих. Судья был строг и суров ко всем, а чтобы еще больше пристыдить нарушителей порядка, на процесс пригласили студентов и школьников. Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за данное правонарушение, то есть мелкое хулиганство по статье 330 части 1, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, то есть в размере до 10 месячных отчетных показателей, это 18 527 тенге, либо административный арест до 10 суток.